Олег Маслов по образованию строитель и всегда занимался только этим делом. В последнее время работал на частных строительных подрядах. Сезонные работы закончились, и работодатель отправил своих подчиненных в неоплачиваемый отпуск сроком на 3 месяца. Думая о том, что предпринять, чтобы прокормить семью, Олег обратился мыслями к творчеству и начал делать скульптуры. Это при том, что этим никогда в жизни не занимался. Более того, даже рисованию в детстве Олег не учился. Остался без работы, у 2 детей, надо как-то зарабатывать. Думаю, какую-нибудь скульптуру сделать, чтобы хорошую продать. Думал, потом решил вот абая сделать. Сейчас не знаю, абая сделал, куда его продать. Вот музей Астаны подарю, пока какой конкретно еще не определился. Бюст абая автор создавал в течение 1,5 месяцев. По его словам, он работал только по ночам. В это время в доме тихо, никто не беспокоит. Есть время предаться творчеству. А день обычно загружен хозяйственными заботами, как обычно бывает в сельской местности. Работал Олег по наитию, сам определял порядок своих действий. Ведь как это делать правильно, он не знает. Да и подходящего инструмента, честно говоря, у него нет. Начал с головы. Сначала круг сделал, вылепил. Потом его чисто вырезал. Вот ножом. Одним ножом получилось. Да? Больше нету ничего. Как абай не для забавы писал стихи, так и Олег не для забавы создавал эту скульптуру. Его цель проста – заработать на жизнь. Если другим нравится мое творчество, я принимаю заказы. Нет ничего плохого в том, чтобы делать то, что умеешь, говорит скульптор-любитель. Валерий Тощев, Валерия Зиновьева, РТН, Минтакаринский район.